Даже следующий вопрос, только будьте внимательны. А вот это сильная. Да, у нас будут те, кто считает, что это река Луга. Так, Луга у окна. Плюс вот это, а я не вас. Я не вас. Я не вас. А сюда стенки заняты. Выходите, кто хочет это там. Самая длинная река. Вот предлагается Луга у окна. Плюс не вас. Я не вас. Что, все желающие выстроились? Да. Итак, самая длинная река в Ленинградской области у нас Луга. Да, молодцы те, кто у нас. Слишком просто. Слишком просто? Черная. Черная у окна. Белая. Здесь вода, здесь воздух, здесь свалки. А сюда все три проблемы. А вода тут. Все определились? Вот, а свалку как раз все. Все три проблемы решают. Так, надеваем маски. Да, давайте, так, на глазки, а теперь.
чтобы ты видела все. Молодец. Так, давай тебе тоже. Ой, развязывается. Нет, там надо прям завязать через край. Не лучше. Развязалась? Ничего. Сейчас все будет хорошо у нас. А вот те, кто сидит в зале, вы не думайте, вы сейчас у нас тоже играть будете. Трава на газонах завяла, все деревья начали терять свою листву, поля засохли, урожай сгорел. И люди испугались, что будет, если не будет совсем дождя. Собрались они и стали думать. И вдруг один человек говорит: давайте мы пойдем в лес и спросим у лесных жителей. Да? Ну, скажи, спросим у лесных жителей. Спросим у лесных. И на запад пошли. Нет. И вдруг смотрят на самый высокий сосне. Дремлет ветерок. Они ему говорят: ветерок, помоги. Где дождик отыскать? Да, вставай, вставай уже, просыпайся, ветерок. А ветерок говорит: помогу я вашей беде. Помогу я вашей беде. Но только нужно взять с собой, развернись, зритель, возьмем зрителя. Но только нужно взять с собой облако. Да, только облако. Да, без него же дождя не будет. Без него же дождя не будет. Вот, и взяли они легкое облачко, легкое, белое. Вот. И что? Да. Прилетели они на полянку, вместе прибежали, прискакали, прилетели. Вот. Облачко